будет бить босса всю дорогу. Например, и... Может, тогда лучше присанем, я тоже. Станет и так всю дорогу убьет. После да. первой сферы давайте свечница за них тоже в босса. Ему там надо поддерживать стак, и будет удобнее не проебать стак. А мы будем свечиться. Потому что, видите, у нас две сферы, он еще не кастует, а у нас уже два человека с этим, ну, могут сбить. То есть мы опережаем, получается. Правильно? Так там, типа, я смотрю, вот как люди убивали, они иногда оставляли сферу, не били даже ее, а ждали. Ну, вот и я тоже. Ну, во-первых, надо быстро забить. Ну, я вот, короче, сколько там, три, две сферы подряд полутал. Ну, каспить это просто элементарно. Да, да, да. Да. Не любить победить полтора часа. Заебал, нахуй. Мы обсуждаем так, чтобы убить его. Работа на дождь, да. Это важно. Так, я в духе, важно, ебать, не плыть попить. Надо пошить моего мать? Надо, блядь, начать будет сегодня дом, потому что меня заебало идти, блядь, что я не вижу нахуй и выбросил, а точнее все нахуй. Потому что после геры я не вижу нихуя. А это раздражает и ебануется. Бляха, сейчас палец не троп. Ебать, а как паладин эти стаки занимают? Бабл и боб. Я когда 2 минуты, ДК с каждой 45 снимаю. А? Может. Ну потому что один танк, он нахуй есть. Ну тоже да. Сразу подвиньте чуть-чуть. Сразу подвиньте чуть-чуть РТД нахуй. Я перебежал на карте подвигания, который не палит и дает мне БКД. Что не так? Перебегаю, когда мне позволяет это делать вас. Руна не вышел. Что-то ноль. Сейчас будет руна. Центр закрыл. Закрой другие книги. Давай. А, ну, да.
Сейчас бы Маша та очень хайленькая. Да. Брось на регенерата дотягивалась. Вот тут. Я за тобой снимал. Мага, ебать ли мать, сейчас мага бернет. Прохилили всех. Я мага. Кину ее. Ну я хуй знаю. Прохилили. Маш, чики, чики у нас. Сейчас появится, парни. Секунда. Прохилили, прохилили. А 33. Ёбаный глаз. Сейчас руны будут. Нету, нету. Все, босс, 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 босс. Я вынесу, да. Ебать, достал по мне, если там один слон. Да. Геру. Брось, осторожно, не бей. Гера. На ком мили там? Ага, это я, ебать, это я нахуй. Да, вижу, вижу. Я сейчас. Вот пару сбивал. Я сейчас еще. Не бей сперва. Да, 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 я. Нихуя не работает. Ну я вынес. Опять не бать, ну ладно, стоит по покажу. Ого, блядь. Да, да. Сейчас, да. Я же... Ебать, панцирки, вы божилы, нахуй. Ну что, там есть? О, да. Кому? Я хочу посмотреть эту битву Титана. Это будет Торбет, я... Отличим не на трансмог, да? Я лутану нахуй, специально. Пока не убьем следующего босса, пока следующего босса не убьем, лут никто не получает, пошли. Поверим. А следующий кто? Каприз. А? Да. Интересный босс. Да. Каприз можно ведь скипнуть, да, и пойти на этого. Прощай, лут. А каприз интересно хотя бы. А меня эта хрень подходит, кстати. У меня это хуярит, а у меня символы напето, все напето стоит, а его ебашат. Бедного пацана, блядь, этот босс просто покадай нахуй. Я, кстати, не знаю почему, но у меня пару раз с панели пропал макрос на этот, разбитие коста. Да ведь надо мат. Какая же хуйня на нем, это не бить, да, да. А я руками его сбивал, делать нехуй. Ой, блядь, это хуйло, эй, блядь, откуда отсюда попал. Я два раза руками сбил. Масло, да? Да. А там еще тут да, как бы. Я не понимаю, по сути, да. Не бьет. Нет, не работает. Кого-то летит. Искру, нет, кого-то летит, с мультиком. Бьет, бьет, а вы с этой отпрыгнули.
Он бьет. Да, ну там так бьет, ебать. Так что, мы идем еще, да? Копыта жирные. Копыта жирные. Кого кто из них? Мы копыта не убьем. Может, тень рана лучше? Тень, копыта и дракон, да, у нас есть, по-моему, на выбор. Да. Ну, вот дракон, кстати, легкий, кажется. Дракон легкий, быстро убивается. Там, Давид, там крит-хастовое колечко. Да похую его. Надо убить того, кого мы можем убить. Дракон, кажется, самый легкий. Дракон легче всех. Дракон легче всех, не самый, кого убивает. Ну, давай ты дракона покажешься. Можно я сейчас АФК постою, хотя бы посмотрю, как убиваю. Давай. Может, поверить, поставлю вот так. Драконы как убивают? Там метки закрывают. Там 10 меток. Да, там по прицельному. Я знаю, 10 меньше, но там там. Там как-то это закрывают, но по-нормальному будет. Они статичные или нет? Копыта, тень рана есть тактика у меня. Ну не так, что просто не били. А. Мор. Ну я точно полностью фулл пакет не знаю, но примерно представляю, что там происходит. Просто. Так, не верю. Там закрывают. Они стоят в ряду. Да. И каждый закрывает свою метку. План у них вешать на рандомный повешать. Получи. Я не получаю баф, развивать луну, короче, будет. Остальные бьют. Ну тут пойдет. На перефазе закрывают порталы определенные люди. Балом был как-то не стоит командир. Ну, не помню. Кто-то смотрел просто. Не особо. Я точно помню, когда только Карл сбрасывал ссылку на форум. Я только там это смотрел. А кому у нас посох? Кирилл. Ну короче, да, дракон кажется самый легкий. А, ну Кирилл, если орбиту надо, Кирилл уже не получит. А Мроз? Ему не нужен? Если Мроз не нужен, то тогда орбит не получит. А если мне нужен, то Мроз не получает. Да. Просто все по приоритету. А мне с этого никуда не может получать. С этого. Ну финал опять можно взять, место скоро. Короче, Давид, 3 часа 28 минут, это там, кажется, даже тактику рассказывает, это не фуд. Давай, там они убили, даже с первого трая, кажется, ну, ультралёгкий дракон, как я понял. Да. Ещё только с дракона кольцо бьёт, оно, знаешь? Мне как-то... Идём на дракона, значит, да? Конечно, выбор падает на дракона, потому что он будет аэросту. Не, ну можно и тапочки, если точно погибли, да? Не, я. Да погибли, да иди. Это, конечно, не ну, попробовать тебя. Тебе еще пушка не да? Пластается спином. Тебе еще пушка нужна шнапка с Гева. И после этого все шмотки на Рпала с хостовой грит-хаст я забираю, да? Ну, мне почти, короче, весь слух, который открыть нужен сюда, мне нужен, и потом... Ну, зап ты уже получишь, понял? Ну, а запа мне, не знаю, нужны ли. Типа, мне а там не... А я не знаю, чем мне надо потом капы добивать. У тебя типа башка дает мастерство, а мне башка не дает мастерство. Так, у меня будет не до кап меткости и мастерства, я просто камень буду заставлять. А ты смотри, я зап меняю минус 42 мастерства. Ну, это, блядь, полтора камня. Плюс. Эти запы один стоки, два. Плюс агрил, 5. Один стоки запа. Да, один стоки. Ну, а ты можешь дырку сделать, ёбаный. Нет, кузнечки. Два. Мне снять шкуру. Ну ты дурак. Убирай нахуй его, я тебе сказал. Не могу, понимаешь, нету голды. 400 голды на руках, как я тебе прокачаю? Ты огромное дело есть? Нету, ни на одном персе. Ну попроси кого-то с гильдии помочь. А чем мне? Попроси аккаунт у кого-то. Хочешь, я тебе дам, пойдешь, блядь, на паладину кто-то собирать все руды. Мне похуй. Иди-ка, копай руду нас, я потом заберу. Либо 15 пасиков. Либо да, этих там 10-15 вываливай нас. Девчонки, убери фри эти. Пойдет по месту. Туда же топор героический, ничего себе. Проклятие, это как на языке лоховская, не работает, не хотите. Я попал, у них 13.
доставал какой-то. Точно такой же каст был. Была прям. Ну, все, тогда накидали и все. Ну, проходится, проходится. Проверил, проверил. Это отпиздили, вот нахуй, хуже, тут что не поэтому нахуй. У них это тоже, по-моему, первый. А тут, блядь, постоянно вот эти мобы, которые, я не понимаю, они хуяют его там пиздец. Так, мне клетка видно, и вот, блядь. Что мы будем делать, я зацеплю за тебя, Мэри. Посмотрю, что там как вообще бит. Вот хуяет, что происходит. Я за тебя, Давид, зацеплюсь, тоже хочу посмотреть. Что за паровозик? Бить-то буду, блядь, смотрите. Посмотреть, Ваня, бей-то. Цепляйтесь из знака, вот я любитель. А какой там его бьют? 3 часа, 28 минут. Там катарки был, как я понял, начинает подсказывать. Так, Дубик, ты за орбиту цепляйся, а не за меня. А Кирилл за Дубика? А у него что стоит? Вот у этого типа. Это морфизм, чувака? Да. Он на половине, да? Да. Не, там у него какой-то другой. Да. А у него этот, на вот, под этим стримом есть ссылка на все его думы. Буду, наверное. Это буду такой у него? Пошла. Ну, ну смотри, да. Зеленые полоски. Не, не зеленые. Вот последнее, что за этим стримом посмотрю. А не полный, наверное. Если квадратик, грип, значит. Не квадратик, не грип. Так, ты посмотри, Ксения, Доби. Ну, вообще, вы, да? Вот этот чувак, который стоит, смотрел. Мы на дракона или на копыта? На дракона. Какой-то мы к ним пойдем. А дракон или шанс? Ебать, как это нахуй не пройдет? Ну ты слышал человека? Лицея нужен. Ну, я туда ходил. Ну, блядь, не убили мы. Чего? Ай-яй-яй. Больно. Там, ладно, как бы эти порчи, ладно, как бы это вся хуйня, трэш там, это все залупа. Вся проблема в том, что когда в комнату первый челик уходит, он там умирает, и все, появляется злобный бес и вайп рейда. Посмотрите на это. Че пол рейда у нас стоит там, блять, смотрит на эту тактику? Да кто ты? Эй, тут шкалы, все, пошли, убивай, скажи мне. Да я сейчас посмотрю, расскажет, пошел бить. Турпы сами не нужны. Я сначала уже беру руку на пульсе. Тут надо станить этих маленьких? Да. Не знаю. Или ваншот. Бля, сейчас... Да, ты первый станешь? Да. Ну, 200 миллионов хп, зайди. А то как-то там профессор за урон, кажется. Да, да. Здесь я не летит. Олег, чуть-чуть пролетит. Кинулся там. Ты второго? Да, я второго. Ну, то есть, парни, потому что вы пиздите, и я не понял. Парни. Изи. Даже не почувствовали. Хорошо.
Кстати, на смотрителе, по-моему, чтобы сбить красный маг, потом достаточно его нажать. Засумонишь потом, похуй. Ну что сделать, ну что, всё. Пушку взял, ну блин. Тупоносится, подал. Перевать готов. Бок на голову. А не, спасибо, я мовор. Это к чему? Сам с собой уже разговариваешь. Я отойду пока вы трэш через 1 минут. Нет. 5-10. Я охуел. Да, это уже хотел взять. 30-40. Ну, ты все, пойдем, сейчас станет один. Да, сидели. Мне тоже нравится. Точно, инквизитор, блин. Причем без пощады, просто. За убийство босса мы же не получили ничего. Сейчас еще придется сказать спасибо. Скажите спасибо большое за слабость, ничего не получится. Да он же сказал, типа. Почему если бы удары 1000 по градусу, так блядь? Чистый. Он проебай. ТВП, блядь, нихуя, значит, не думал. А все будет. Нахуй ходить, пока все с карты не ходят. Ну так что ли, а потом у меня в пути бацука, мне надо поменять узел, я его кто-то собирает. Нахуй, блядь. Потому что у него, блядь, не прилетел, пошли его. Охотится не в меньшее количество рейдов, да? А? Охотится не в меньшее количество рейдов. Ну, блядь, а я ни одного рейда не проебал, я просто не потому что я взял, сейчас так, прилетел, чуть ниже не стал, и все. Пиздю такой цирк. Там тут какой-то бис лежит просто. Я тоже видел, буквально. Ебал я в рот этого босса. Куда идти? У меня потеряли уже. Дари. Ее там пиздец. Да. Ты не хочешь ничего начать? А, ну да, ну да. Ага. Ну, копыта еще страшнее, насколько я слышал. Да и не рано было. Бахнет, с вами как птицы. Я не слишком понял, что там она прорвает. Ну, Вок не хочет, что он там по-прежнему закрывает, он берет с ней портал, и типа... закрывает. А по его руну себе. А ну сейчас.
вперед. Ебать долгие мобы, я ебу нахуй. Ага, пошёл, шкаф дохуя. Ну, я еще под конец не дамажу, а это там не снизу. Потому что под этот подхил. Немножко. Здесь, правда, не минус, у нас паладинов мало. А для гнева там паладин полезен. Да. Сколько вы еще здесь собираетесь? Ах, серьезно. Посмотрим к этому. Верно. Вроде как опять замутил. Ну, наверное, сейчас посмотрим, как мне будет поддаваться. Если есть шанс, то будем убивать. И если убьем, то все. А там есть шанс. Там очень легкий клик, как я увидел. Прям ультра легкий. Они там старого трая рассказали тактику, и они старого трая убили. Остальные нам не светят. Ну да, до остальных мы еще не доросли. Ну, четверга как-то этот тапнулся в огород. Блять, мне еще надо его покормить, у меня нет. На ап. У меня на ап есть. Даже больше, чем на ап. Мне 23 слова. Сколько там, по 80 джитов? 75, наверное, как там бифа. И 50. Ну, смотрите. 50 это трение кольцо, 75 это пуха спина. А, да? Кажется, да. На что хватает? Ну, так как я видел на x2, сколько апа стоит. Так тогда мне вообще хватало еще и запасно. Да, по идее нужно просто остаться, все-таки мы даже бред, если не останутся. Тогда всех не останутся. Не останутся. Нет. В смысле нет. Так нет. Шея, когда ты делаешь апаешь дырки. Не, дырка, которую ты же отдельно поставишь. Ну, ты когда ее поставил. Не дырка. Ты когда ее поставил, предмет, который доставил, исчезла. Мы тебе не про камень, там ты дырку отдельно покупаешь. Вот именно, ты когда купил дырку для нее, остался предмет, который вы сделали дырку? Вы купили предмет за 180 еще важнее, чтобы кольца сделать дырку. Ну. Этот предмет остался, когда вы сделали дырку? Остальное вам нужно оставаться. Если не остался, значит его еще раз надо кормить. Так, чини жопу, я бы все как заброшу. Что ты куришь, слышь? Я еще раз у тебя спрошу, ебать. Только давай по чесноку, ебать, что ты там потребляешь? А что не так? Я что-то не так сказал? Ну... Так это еще 360 жетонов надо поремить на 2000. Ну ты что, ты ебанутый? Я думаю, они дырку поставят, но камень заберут. Камень просто заберет. Нет, в смысле, им просто дырку забирать. Что-то с... Манжа сегодня будет не пасть, нечего. Ну подумаешь еще раз лучше. Подумаешь еще задонатят пацаны, блядь. Пол жизни огород фармить, ебать. Перспектива не радужная, да? Элементарный босс, пока, сука, аут. На пизда. Ничего сложного. Приблизительно 8 дисков на человек. Одна ошибка, все. Ну. Чё, интересно, на Валдамара? Выбиваю.
Да не, не сложный босс, там ничего сложного. Вайпа 2 вы поймете, ну все, я пойму. ДК у тебя будет на даче, блядь, космос, нахуй. Да. Понял. ДХ ты убивал уж? Я все убивал, блядь. Ну, дыхание, главное, чтобы ты не кряхнул, блядь. Там 5 дыханий будет. Ой, блядь, тут работяги могут не пустить вас. Где там тебе работяги могут пустить? Это, блядь, что пошел там, с той стороны, где я шел. Где там вообще? Там, блядь, короче, дыхание там. А это там наверх идти, что ли? Потерян, вижу, это фронт не взял. Да, сумали. Шоп, наверное. Бот не сложный, но очень интересный. Сдиспельте эту залупу магическую. Короче, это... Орбит, а ты его убрал? Паладин, шаришь за жертвенности давать кап? Нет. Паплю, блядь, не позорься, сука. Стоп, еще раз повторите, не понял нихуя. Глайн жертвенности. Ну, знаю. Вот, я буду просить. Я просто услышал шариш, как глайн жертвенности давать. Думал, может, тут как-то по-особенному, да, нужно дать. Не знаю. Я скажу, короче. И в этот момент мне надо будет или половинку, или бабл прожать, или похуй не убьет. Короче, я тебе скажу, на следующий каст давай. Ты увидишь каст и давай. Да, понятно. Между кастами 12 секунд, там не объебешься. Хорошо. Можно я в ромбик стану? Это... Сопрот есть у кого? У меня есть, могу дать. Кому обмен? Заник. Тут сопрот с ним бить? Не знаю как вам, но мне точно. А что с ним? Мак. Туда? Череп. Дубик. Вот сюда. Вот тут. Вот тут. Вот так. Вот так. Я далеко от меток, мне это не нравится. Дальше. Бэк. Куда? И сразу портал. Орбит. Сюда. И орбит поменяется с дубиком местами. Только тотемы поставил. А, тотемы вот сюда поставь. Дубик, иди в пурную. Мрось, иди в самую крайнюю. Саня в квадрат. Звёздочку? Да, ты сам удаленный. Это мы с тобой тут. Ну, в треугольник идем, в крайне, пацаны. Я в месте, ты просто тут стоит. А? Не, ничего. Так. Нет, обед встань вот сюда. Вот так. Вот так. Именно вот так. Да, вот так. Смотрите, ребят, будет даваться... Почти с ходу мы стоим, там кажется, почти с ходу мы стоим, а пока, ну там, кто достреливает, стреляет, кто не застреливает, тогда похуй, в принципе. А весится зеленый луч, как обычно, зеленые лучи, они не должны пересечься с друг другом, поняли? Нет. Нет, давай так, где Саня стоит?
Синие мисочки. Патрон, меня сесть. Вот. Вот от телескопа в нас будут идти зеленые лучи, поняли? Зеленый луч можно снять кошам и т.д. и т.п. Поняли? Боб можно дать человеку, баба нажать, притвориться мертвым. Ну, из того, что есть у нас, это точно. За них может дать боб в одну цель, нажать бабл. Так? Да. Да. Потом... Могу снять, можно? А? Маглыбы поди снять, можно. Да, маглыбы вроде снимают. Таня кошком должен снимать, инвизом. Инвизом тоже. Конечно, понял? Хирург голоса нет, поэтому не ебу тебе все. Поэтому ваниш оставляет. Понялся? Mm-hmm. Если что, и коши, ваниш должны снимать лучи. Mm-hmm. У меня должна зеленка по невосприимчивость дать. И все. Где у нас больше никого? А телепорт лока не должен помочь с этим? Не знаю, но их нельзя пересекать, это я знаю. Смотрите, вот вам кинулось. Нету, допустим, боба, не можете вы снять. Вы просто идете по чуть-чуть вперед. Через зеленый луч пробегать нельзя. И вы разли, вот, отошли от метки, вот тут, разлили луч. Пошли чуть-чуть вперед, разлили луч, спустился. Допустим, если на мне и на Сане, давай так, имитируем. Я, Саня и Зенек. Идем вперед, на первом вышли. Вот, разлили тут лужу, Саня далеко пошел, прям в центре. Угу. Разлили лужу. На следующий раз Зенек сразу влево уходишь, и я влево ухожу. Еще левее. А что так? Ты стоишь, ты так же прямо идешь. Как вот шел изначально. Ты левее за ним. Левее, вот. И идем дальше вперед, лужу разливаем. Для того, чтобы у тебя было место, если что, если надо отойти, потому что там будет под жопой босс, а ты влево сместишься. А, типа, что было еще один этот квадратик мета между нами, да? Ну, вроде как-то так было. И разливаем эту лужу. Потом начинается призрачная фаза. Тут не все было совсем понятно. Я так понял, ДК остается на своем месте, правильно? Угу. И ловит красный лучик. Если вы его не достаете хилить, не страшно, он должен пережить, в принципе. Там 90% получения дамжа. Тут, возле ниже, чем вот куда я бегу, смотрите, будет где-то в углу синий. Его может взять и мах. Мах, пока добеги. Мах, наверное, да. Мах может взять. Поняли? Ничего не очень постоянно. И бить босса. А там просто подходишь, кликаешь, там портал, просто да. Подходишь, на него кликаешь и все. Да, либо побежал. Мы, либо ты, это не принципиально. А тут будет зеленый, если не ошибаюсь, после сферы. Его, наверное, хилы берут, там он не говорил, кто его берет зеленый. Но кто-то берет зеленый. Возьмете хил, попробуйте, ради интереса, что он там дает. Там, по-моему, если не взять какой-то портал, он типа АУЕ будет. Идет. Ну, короче, из хил возьмете зеленый, поняли? Так, и, наверное, мы поменяем мага. Народу. Почему? Потому что потом, после лучей... А, не будем менять, стой там. Потом лучи уйдут, ты первый же луч либо снимешь, ты во фросте? Да. Первый снимешь луч, второй снимешь. Вот ты... все нормально, стой там. Началась теневая форма. Он ставит на центр и будет плевать в ту сторону, вот туда. Танков нашел. Перебой, естественно, никто не заходит. И милишники осторожно бьем, потому что там есть бодмейл. Бодмейл пройдет. Ответка. Ответка. Не старайтесь, потому что, блядь, и хилы просядут, и можете себя шутнуть, если пропрокают удары. А с атаки там справа. Поэтому осторожно бьем, если хотите бить. Он прорыгал, а что потом будет? А потом обратно, по-моему, светлая фаза, опять ловим лучи и повторяем эту процедуру. Поняли? А, и случайно нельзя подойти к источнику луча. В упор нельзя подходить. Держим метров 10 не доходим. Поняли? Угу. Ну, короче, луч по приоритету себя скинуть, правильно? Смотри, да. Надо постараться скинуть, не пересечь их, и если что, идти вперед. И смотрите так, чтобы хоть какой-то просвет был для того, чтобы мог добежать туда. Ну, и туда слушать, кто говорит. Зеленый портал, короче, восполняет ману, но... При этом раз в 6 секунд ваши заклинания могут быть прерваны. Типа, если ты получишь это прерывание, то на 10 секунд получишь стало. Ну.
Наверное, лучше всего дублик убрать, так как он фотками будет. Нет, оно рандомного человека кидает зеленым. А, это набор? А, ну надо дублик всегда берет. А, мне что, врата пустят, ты могущество какое-то. Так, я не понял, только темную фазу и все. Ну сейчас, Павел, сейчас бомбить все поймешь. Давай попробуем. Так, а рыба есть, у всех бафы есть, да? Ну, прям в принципе, тут сопрот можно не пить, тут можно ДДшную фласку. Ну там, блядь, паладин уже пил сопрот. Я нихуя не знаю почему, потому что я тут первый раз. И в этом, кажется, не дамаг. Так, стойте, давайте пробовать. Пульт. Пробуй, хули, блядь. Ты в метку ставь, блядь, бар нахуй. И жди, блядь, лучи. Блин, а хоть ты. Ох, ебать. Не снимается. Все, иди. А инвиз нажал? Все, снялся. Один снял. Все, бич. А кош не снимает. А кто под боссом нахуй? Мах. Не маг, орбит. Орбит, блядь. Блин. Не зацепи мага. Ну, мага надо. Ты не спеши бегать. На краю каждая лужа сходит. Ну там орбит. Там орбита попала. Дэнни, когда орбита попадает, тебе надо снимать, понял? Хорошо, но я далеко достаточно от него. Ну подойди. Да, подойди. Не вставать, я буду бегать создал. Будем сейчас брать еще месяц. Поняли, как лучики? Смотри, да, как... Пьян там разливает нормально, блядь. Да, минуту ты разливаешь лужу, ебаную. Она на перефазе числа. Охуеть. Смотрите, да. Вы когда лужу разливаете, помните, кто помнит пожарника в Ульдваре? Принцип разливания лужи такой. Да, вот, я, кстати, а... хотел... Втроем нахера вы устали? Вам сказали, не вставайте, блядь. Там еще когда будете бегать, вот эту лужу, да, выносить, вы, если себя хотите подхилить, то вы себя сможете подхилить только когда из лужи выбежите. Потому что в ней, я как понял, сало кидается. Ну и ложить надо лужи змейкой, как в Тетрисе играете в игру, то есть туда, да, право-лево. Вперед, отошли, ну тут просто чтобы место оставалось пройти. И чтоб Хилл мог к вам по коридору дойти. Сколько раз лучше будет касаться? Сколько, пока не убьешь босса. На каждой перефазе. На каждой перефазе. Он исчезает. На светлое он дает их, и 50 минут. Если ты можешь снять, ты снимаешь. Орбит, и ты пиздуешь, не Кирилла там трахать лучом его, сука, блядь, связывать нахуй. Ты так, ты поганая, блядь. А туда, в сторону хуяешь. Понял? Вот тут, блядь, бегаешь. Тентакли. По факту они даже не три раза будут, да? Уебал его астрономом, сделал в этот, блядь. Там на 30 тысяч просто прилетело. Катал он. Ты же не можешь шару там тулить, это пизда. Что? Там уже ничего. Слышь, Кирюк, ТП никакого нету туда. Танка не хотите леснуть? Это же, блядь, уже тумонят людей, все. Там все, чьи орбит стоит. Да, может, орбит стоит, пишет, ебать, здорово, пацаны, что делаем. Там все, блядь, отдыхает, ебать. Ну, устал. По-моему, ничего не поменялось. Орбит. Дубик хоть самого нет. Орбит говорит, это будет. Вообще приоритет, если на хила кидается луч, надо ему боб кидать. Вот, если надо. Кидается луч на орбита и боба нету, то дубик должен хилить танк. Если на дубика, то орбит должен хилить танк. Да. Ну что, почти нихуя не дамажит другим, кроме как танк. По-моему, вообще не дамажит. Только танка дамажит, да. Ну там чуть-чуть может лужка поджирает, но там и ставят отхилить, если вас решил постараться. Ну, дамаг по 105 тысяч будет 4 плюхи, и между плюхами 12 секунд всего. То есть нужно на фулах держать, у него еще автоатака есть по 10 тысяч. Смотри, Дубик, ты как лучи увидел на кого под стеночкой, вот так вот, типа, пик-пик, как мышка пробежал, и тут стоишь хили. Все. На карточку можно. Ты у Зелика спроси, как это мышкой пробегать, он тебе расскажет. Смотри, ебать, короче. Потому что он уже с этим картом, как его зовут. Он более поступил, так, поэтому он профессионал. Бля.
Прикол в чем, смотрите, вот видите вот эти вот квадратики? Вы должны просто по квадратикам лужу разливать. Вот тут вот стали лужу разделать, подошли немножко дальше от лужи. Вы должны минимальные расстояния оставлять. Метки остаю целый бой? Ну, конечно, нет. Блядь. Какой, блядь, целый бой? Ты метки стоишь вначале, чтобы поймать. Потом, ой, если на тебя луч не упал, можешь бегать не хочешь. Да, через зеленый не бегать. Да, через зеленый не бегать, по луже не бегать. И этот как, все. И идешь бить босса. Я отсюда доставал, поэтому я бил. Просто стоял. Тучка шепочная, не скипает, а Дрюха, ты не пробовал? Нет. Там уж, блин, не работает. Притвориться мертвым, глыба, боб, бабл. Ну, это... Оно снимает то же самое, что и снимают остальные там всякие дебафы разные. Зеленку сейчас узнаем. Я пью на этот какого сразу. Ваниш попробуй. Да, Ваниш... Ваниш снимает. Ваниш снимает. Кош не снимает. А Кош не снимает. Чё, не, каждый... Или у меня выжали, блядь. Каждый фаза, блядь, надо, да. А что тебя не слышал? Сейчас. Кушай, голубый. Ебать. Голубый, ну, мы тупенькие еда. Сейчас. Тупо раз зашел, метку отжал, потом страшно такой, тебе метку отжал. Мне, блядь, парик сказал, что рыба есть, напомнил фермера американского, знаешь, это так, если в Европе так А че, патрон, на пани кричишь? На хп лучше. Давай, блядь, тяни его, пробуй. Блядь, хоть бы у орбита опять не кинула. Не так, пожал на хп, все. Хорошо. Пуль. Они тут могут зарешать, там дыхание пиздует. Ну ладно. На прожиматься. Там, блядь, не пики назад уже. Ебать, я не выпил. Карточка ему боб давать. 5, 3, 2. Кастуй. Похую. Добику дам боб. Все, Дубик, можешь выходить. Танка. Ближе к нам подойди, блядь, закрыли Дубика. Демоны. Проскочи через лужу, ебать. Тихо, что меню, блядь, делать? Разливать их бегать? А, вот. Да, понемножку. Только ты не должен подходить к этому, откуда выпускается луч. Просто не забудьте нас похилить, ёбаный. Там скажешь, когда чипать дунуло. А лужи пропадут, пацаны? Нет. Да. Ну, потом, когда перефаза будет. Да, у меня лестница. Ебать, либо такая петля смертельная, и будет наша. Отворим. Нормально. Бросить бальбирай, то все. Щики, они скоро пропадут. Куда мне бежать? Ну туда. Я могу, кажется. Мак, беги! Только не через ебло! Не... Что, бегите! В того угол бегите! Возле двери стоят, блядь. Вон. Ну я портал жду. Портал, блядь, зеленый закройте. Ой, блядь, под... А чё нас бьёт-то? Всё, ну там выключ... Ой, блядь. Под выключателем, под телескопом надо зеленый забирать. Да и мне надо. А что ты должен был забрать? Сейчас, боже мой. Сейчас. Все забегают за жопу босса. Только тот, кто синий заплутает, стоит, кто синий. Мне тоже надо понять, что тут я первый раз убью, как понять, куда. Ну, я тоже. Просто все, кто не лутает порталы, бегут за жопу босса сразу. А кто у нас лутает порталы? Лутает Дубик, танк и я. Ебать, чуть не спулил. Все, сейчас пройдем, я чувствую. Ну, у меня сегодня, если что, целый день окно открыто. Работает окно. Ну, только с Дубиком, блядь, передросил, сука, подлый. Сгорел, нахуй, 50-50 за руин. Чё я не могу закрыть? Я забыл его, конечно. О. Бага-юзер, блядь.
это не баг. Ты залутаешь зеленый портал, микроскопом, когда он становится на второй фазе. И залутали, зеленый не залутали. Зеленый пиздец, он под телескопом лежит. Да, под телескопом. А как ты его... Откуда лучи выходят? Что? Чё ты спрашивал? Как ты с ним разговариваешь? Он же никогда не пишет. Он не в ПН написал. И еще, вы смотрите, блядь, те, кто носят лучи, их тоже хилить как-то надо, парни. А то ну, он ладно, там щитками сам себя подсейвить может. Так, там, если правильно ходишь, там, кажется, урон не получаешь. Не, получаешь все равно. Тебе зеленка не помогла, да? Ну, а, не, ну, я 45 секунд КД сначала помогла. А потом... А, да, типа, просто не сбрасываешь, а не получаешь урон зеленки. Да, да, зеленка не стоит. То есть там по факту один хил должен танка хилять, второй хил должен бегать и сейвить. Ну в идеале, да, но я не уверен. Да, типа ДЦ бил, там пацаны били ДЦ, хули пал. Ну да, это им вопрос. Кстати, слышишь? Не. Да. Ты куда? Не. Да. Не. Да. Не. Да, спека. Не. Спека нету. Иди делай, мы подождем 5 минут. Да какие так я понял уже, если честно, вообще вырубаюсь. Пол первого ночи. Да, кстати, мне кажется, это просто заканчивается. Я и так заигрался. А в смысле? Мы уже почти уже лут видим. Уже, блядь, вылазит с моба, блядь, вы видите? Я вижу тошноту сейчас в экране. Давайте это пару траев, потому что пол шестого утра. Там давайте. Один, еще один, просто давит, пикнется поле пал. А я спекнусь. Давай, быстро. Ты уже должен, блядь, спек делать, нахуй. У тебя три спек, один ретрик, против и хулик. Что у тебя там еще? Какой лего? Что? Ну, он спрашивает, зеленый портал этот в одном месте появляется? Да, ну, всегда под телескопом, черт возьми. А синий где появляется? В углу. Всегда четко в углу, куда весь рейд съебывается. Нет, весь рейд валит за этот. За жоп босса. Но он через угол сваливает. Через левый угол весь рейд сваливает под жопу босса. Я не хотел, наверное, выгоднее под синий портал, потому что там тамажит. Что, еще раз? У меня хп больше, пускай он держит. Так он будет синий держать. Ну вот, все, нафига ты там весь там держи? Да мне особо важно, я говорил, кто из вас возьмет. Где дубик? Лестничек. Вот дубик. Ты вот куда увидишь, где умер, а он под телескопом. Тебе надо вот так пробежаться быстро. Понял? На коте. Уебать. Я ебу, я не резну. Вот этого мало. Не могу, когда. Я попробую. Я тут в углу там, подбегите, кто-то а, есть. Зад? Сейчас, сейчас резну. Андрюха, резни там. Есть? Андрюха. Бракованный нож попался. Что, к ней подойти на агр... А, я понял, она агрится. О! А где танк? В углу. Рыбу жду. Тебе быстро надо добежать под телескоп, понял? Так, орбит. А какие тебе надо, блядь, чтобы у всех была инженерия? У кого что нет инженерки? У кого нет инженерки, парни? Ну, орбита нет еще у кого. Будете качать на пару. Хилон, блядь. Потому что им надо бегать тоже иногда. Вот сейчас надо, блядь, чтобы быстренько добежать туда. Ну, дубик, ладно, вторая и спринт прожал. Да, второй раз дубик. Какого хрена, блядь? Что тут тох? Ботинок да, нормально, блядь. Он еще и крит им ап. Че бы, блядь, нормально. Чаку на хосту даст, когда, блядь, въебало по райду, шаман нажал и давай. Да пух-пух-пух-пух своей, блядь, цепухой. Так вот да, за 45 секунд. Будешь. Вот сейчас будешь, блядь, долго не будешь бежать, не... начнет бить сфера, сразу ГП ебану тебе. Пару раз сюда сходишь, будешь с инженеркой тут. Сука. Дубик, не хочешь менять пол, поменять? Нет, просто в этот раз он меня выбрал цель, и я побежал по всей комнате, понял? Подальше отходишь, ты себя можешь подхилить. Могу тебя подхилить. Да я не за это.
Ну, все разливается, да, точно так же, сейчас как будет, пожар. Сейчас будет полегче, сейчас Дедик будет жестко держать танк, а шаман будет подхиливать, когда люди и танка, и то, что справей, а Дубик вообще самые левые лучи будет выхиливать. Геры нету у босса, ну побьем, блядь, на там 2 миллиона больше нанесем урона, на 1,5 миллиона. Ну, не дамажит, да? Блин, тогда ублин, от него толку, блядь, как от моего петля, только чуть меньше. Нет, лесы. Дерсавка есть только у, блин, этого мало. Мне какую джагу синюю кидать? Да. Джага. Вообще желтую, наверное, лучше. Да, если отдыхать, больше мало синюю. Тут не так сильно бьет. Давай, селедку, блядь. Сейчас, Дэник, блядь. Да, поставь. Алкоголик поганый, блядь. Не понял. Ну, потому что где твоя пекло? Да не пью, блядь. Ё. Ну, быстрее. Какой я себе. Шли, ебал. И потом опять же его ставишь. Блядь. Ты чё нахуй символы, да, ёбаный в рот. Среди успеха нету, делаю кости. Танковский спек он был, понимаешь? А я поменял, назад сделал. Второй. Да. А вот они опять становятся. Не лень было это делать. Ждал до последнего, последний настал. Вот сейчас, блять. 2, 3, 2, 1, 3. Да. Все, больше ж никаких у него, такие только две фазы будут. Ага, да. Две фазы до конца. Ну, типа, сначала наберем. Ну, а, кстати, это... зеленый забирает рога. У них. Да? Да, лучше не забирать тогда. Где он? А он прям по телескопам. Имена, это что-то дает? А тебе дебушку он дает. Что-то дает. Я читал, что он дает. Он нихера тебе не дает. Хотя может он раку лезет, на вид. Ну, может уменьшает количество потребляемой энергии. Да. Шок небес. Ну, там рога взял, и он очень сильно начал ярить. Ну, походу, да, он резает. Ну, смотри, вы восполняете 5% вашего запаса маны раз в 3 секунды, но при этом раз в 6 секунд ваши заклинания могут быть прерваны. Ну, тебе сало-то не страшно, в принципе. А если он реально резает 5% энергии? Он там нормально. Он прямо от той дырочки, да? Ну откуда зеленые лучи выходят на первой фазе? Они его за... Получается, раз словили лучи, два словили лучи, и третий раз он не успел лучами получить. Так, а когда там вроде убить надо на этом, когда он тебе становится какое-то время, да? Да, темное сразу бить нельзя, он ответку бьет. Но это, по-моему, двух милишников касается. Но вот тоже смотрите внимательно, если вы бьете вам в ответ. Сейчас посмотрим, короче. Обижать мне на этот луч, я могу ломиться прямо, то под бок, короче, за мордой, правильно? Ну, вот он рога пиздячил вот так, он вот тут был. Вот так, вот это я, к примеру, рога. Сюда. А потом вот тут, на этом углу. Вот именно на этом. Повернул туда. Понятно, и сюда. Перед мордой, короче. Да, и все, и спокойно забрал. И вот те, кто парни стоят в черепе наши, ребят, вы как, блядь, он попукал, сразу сюда переходите к нам. Поняли? После лучей. А ну, Бладмейл осторожно, пока не спадет, не въебывайте всюду туда. Зэй! Покати, пожалуйста. Можно так делать его, раскидать таланты минута, блядь. Если взять две. Да и ты играл с контролиадор. Да ведь сейчас мы его тоже бьем, правильно? Мне еще скиллы раскидать, понимаешь? Скиллы. Мы берем лучи, блядь, и туда можем его подходить и пиздить. Мастера. Да, ну только ждешь, пока с него Бладмейл упадет. Все. Кстати, а что по луту-то сосмотрите? Пыль какая-то. О-о-о. Ничего. Все, блядь. 20 за работу. Ну, конечно, точно никого не нужно.
Блядь, давайте уже, ёбаный в рот, спать уже ходу. Пиздеть нахуй, по полтора часа. А ну, ребят, Вася делает бит, он не может три нормально сделать, как человек. Лечим, клетки нужны. Человек. Потому что я хороший. Маху не надо будет, когда ты 10 выйдет? Нет, плечи я 30 возьму. Дубик, тебе на успех надо? Да, мне на ух. На пылит, да, нахуй, если никому плечи не надо. Ты куда понял? Да и будет, я думаю. Может, кому на трансмог надо хуй? Ну да, трансмог, кстати, прикольно выглядит. Вот мне на трансмоге останутся. Блять, скажи, на трансмог брать, ебать, ремать нахуй. Андрюхе надо все отдать. Да. Андрюха. Андрюха. Будешь на ДЦВ? Посох инструктора. Что, нужен только ног? Я не допущу это. Андрюха берет. Орбит, тебе надо? А. А, ну Мэрик забирает. А чё ты магу не отдашь? Замуж. Это маг. Жадный. Всё, блядь. Давайте вайпнемся и спать. Андрей, а шо он? Сколько... Ты чё, мне молот Наруто дал? Не немного ГП? Так я тебе посох даю, а не молот. За посох тоже 989. Да, 989. А, да. Я же охренел. Ну, блядь, парни, не я цифры пишу. В этом это пропасть. Кстати, ты не сильно просел, по предмету в половину ебал. Чисто 50 светло, да? Сколько у тебя 100 было? 150 было. 150 было прилетело? Вот. Да. С минус 100, да? Да. По-нормальному. Так я отбился быстро. Ну что ты там, учитывай, сука? Сейчас, можете смонить, только хилбот еще настрою. Ой, хуй, господи. Садона, и хилбот был просто на втором этом, на спеке, блядь. Теперь у меня хапал как третий спек. Потому что его намного реже юза. Что это, война? Что это, я вчера вот доложился за 48 часов 4, поспал, мне всего лишь рыгать начинало, а хотелось это голова. Ну как пьяный немного. Не, ну ты рыгай, нахуй ты нам это предлагаешь? Я хочу поспать, я не хочу рыгать. Сон, ребята, это вот дело для слабаков. Да. Жар не говорил, ебать, спи быстрее, бля. Поспал 2 часа, я погнал дальше, бля. Пока ты спи. А, всё, скиллбосс настроился, всё хорошо. И ебаша, понимаешь? Поэтому ты слабее, чем они. А мы не хотим такого. А, ты все на позиции? Все на позиции. Рыбку. Чё, не рыбку? Может, позиции меняются? Рыбку. Не, там же стоит. Я тут же стою, где стоял? Да, да, нахуя тебе меня. Может, с орбитом поменяюсь, если я после танка уже хилю? Здравствуйте. Заха, пусть рыбки, блин. Заха уже спит. Стоя, бля, как кофе. Надо зайку разбудить, кофе попросить. Почему кофе? Как вар? А то мне придется идти делать себе кофе, а меня это не устраивает. Нихуя себе зажрался, зажрался тупо. Зажрался? Зажрался. Заржавел. Всё, пей его, босс. Там, пей босса. Это не его босс. Гуля побежала, нахуй, беги, беги, трохи. На ком это, на орбите? Орбит. Иди сюда, иди сюда, все нормально. А там как раз два с края, вот будешь подхиливать. Слышал? Тех подхилил. Дай влево. Да и тех подхилил, мне похуй.
Танка, главное, по УСА подпрыгнуть. Ух ты, а куда там кинуло? Потому что вы там, наверное, обмялись или что-то. Нет. Еще. Не знаю. Ушли с танки, Мэрик, ближе к центру подойди. Это я хочу босса пиздить. Мана до карты. Ну, 8% мана ушло, я босса пиздить. Рано. Нихуя. Ну, Андрюха, ты сейчас там замкнёшь. Включи. Нормально сейчас. Пропятная. Должны. Через левую сторону. Как же? Вот видите у него как-то это? Нет, дубик, Саня забирает, не ты. Вот он прям по телескопу появится портал. Ничего не... сейчас не появится. Да. Родите, не портал. Сейчас появится. Появится портал. Тут красный. А тут красный. Опу, ты его должен был брать, отъявись. Пока еще Bloodmail на нем не пейте. Все, изи, я разобрался, блядь. Все. Все бьют. Зера. Не знаю, сюда или давай. Ну, наверное, сюда тут все хотя бы. Блять, то есть въебал. А, я понял. Танк. Тихо. Танк. Танку хоть копки кинули, блядь. Танк без пиздец. Отойди, орбит, нахуй ты умрешь. А кто полетел там тут? Никто не подходить. А это орбит. Не надо туда идти. Тут как начнется обычная фаза, все пиздуют на свои места. Пошли быстро. И это все, это весь босс. Это весь босс. Да. Немного по припезенному бегать, осторожно, тут бесплатно. В принципе, не мог не спеться, пропало. Танк, братан, я вообще еще только тебя не могу накидать. Может, теперь смогу. А как это так? Ебало стояли. Это немного танк, пока босс там крутился, сейчас опять реагирует. Он просто... Ты можешь его даже, если надо, в самом углу держать, понял, танк? Отдайте бэш. Ну да, берите, хотя одного из них. Бубик, бегай. А, ну... Року, блин. А-а-а. Року, блин, больше, да. Всё, это весь босс. То есть, целая... Изи, блядь. Изи босс. Он, ну, действительно, лёг. Бубик, бей. Ты меня услышал? Ага. Я не знаю, что самому руку. Там просто было немного, не вовремя. Он просто ещё и пидор начал расхватить, призывать свои порталы и... Все, сейчас убьем. Призрачная фаза потихонечку смещается. Короче, Давид, когда пересекаются порталы, ну, лучи, ты тебя просто подкидывает. Просто. Ну, берите зеленый тогда кто-то, алё, блядь. Херните меня. Я заберусь, хорошо. Или вар есть недалеко? Ну, тут варах не найдёт. Я нету сапоги. Я забрал. Что он даёт вообще? Я думаю, тут он какой-то хуйню дает. Здесь что есть дымов? Да бей, забей, блядь. Че, вы кого-то лесните потом? Ну, после лучей только. Лучше мать. Саня, лесни. Он как пойдет, да, там и дыма. Все, пару таких Геры нет, босс нихуя ничего сложного нет. Вообще есть. Но он легче даже, чем у этот. Не такой рандомный, как в обычке. Да, вторая база. 3-2. И пошли за ним сразу провожаем. Я тут только буду стоять. Скажите, как резните, я дам. Ебало, только не встаньте. Все, так. А, только ты встань, чтобы меня очень доставать. Очень. Там какой-то хил, видите меня? Ага, все. Опа, а мне бегать? Бегать? Ты бабу снимал, нет? Я уже снимал. А Боб могу дать себе. Боб дай себе. А, нет. Пишняйся ко мне, Ванёк. Лучше корабль туда я залил. Пускай орбит бегает. Орбит бегает, подхиливает себе. Я танка на фул просто подержу в стол. Орбит может бегать. Может быть, тут вообще можно было бы. Я сам себя, походу, удержу. Какая еще дудит, кстати, давай. А я как-то, походу, сильно футанул в шарды, блядь, проебал.
босс реально даже меньше рандом по вычке. А, тут все четко, блядь, встали. Оба. Он шот. Ебать, сдох нахуй. Шот, ну? Ну, что-то, ну. Окей. Не пусто, ты на 14, на 15 и на... А там автоатака, короче, сейчас сначала 11 тысяч. А, он сначала на, на 64, на 64 дыхнул, походу. Ну, тихарник, если ты на 64 тысячи. Он дыхнул на 67,7. Нет, 67,7 это было, это 81% здоровья был, там баф на хп был и треника на хп. Короче, я скажу одно, в следующий раз мы его по-любому убьем. Да, ну, еще раз попробуем. Сейчас еще разочек попробуем. Извини, Кири. Честно, я вот просто, ну... Блять. Не знаю, Андрюш, что давай. Делать. Еще твои, Андрюш. Я только за водой ушел, а вы вайпнули. А хватает тебе сейва? Ну да, хватает. Но там надо вот каждое дыхание ой, начинать ой, кастовать. Ой. Охуенно, чтоб там и щиток кидался. Ты скучно разбил там нахуй. Тогда... Что? Ну просто там и зубы, и щеки ждают. Я вот смотрел, ребята, у нас... Нету зубов, чё. Обычный кстати, щиток, но... хотя бы. Ну, без зубы. Эти 5-6 тысяч нормально засейвил. Так, проблема в том, что вот эти обычные щиток я его случаем хуй найду. Понял. Андрюха, когда ты, если на тебе луча нет, ты будешь... А там... я уже там, я понял. Щиточек. Там какая-то стрела, ебать, она кастует один раз 15 секунд, ебать. Но, увы, нахуй, у меня два раза, ебать. А, да, через главное. Раз. Через раз как от КДшцы все. Вот эти. Эти, блин, ДДшники, нет, которые стоят. Суть в том, что кида этот уебашила в 300 луч, что? И он же в самом далеке стоит с лучом, понял? Можно его передвинуть поближе. Понял? Поменяй его со мной местами. Я могу его вообще в самое начало поставить. Не, в самое начало я буду ставить, потому что если что получается, я ж могу тут лужи не разлить, а ваниш нажать, правильно? Ну, Андрюша Боб могут дать. А, ну ладно, похуй. Ладно, нет, с Мэриком поменяйтесь. И все. Услышал, Андрюха? С Мэриком поменяйся, ставлю рыбу, кушаем, быстренько ебашим. Меняюсь, блин, там на кружок ставлю. И спать завтра ложимся. Я хочу и перекусить, и кофейка попить, нахуй. А, молодец, пошло. Тяжело. Я сейчас еще включу, блядь. Вот с этой кадрики посмотреть, перед самой сумой, начнем ставлять в обед, нахуй. Жена, кстати, блядь. А у меня включаю, я когда-то там вот аниме какой-нибудь смотрю, сериал, попу, шот, фильм. Ты себя угандосить хочешь? Не надо. Мне интересно, я хочу посмотреть, и мало всей хуйни. Начни мангу читать, вообще охуеешь. Не, я когда мангу читаю, мне потом на глаза приходится вынимать и протирать, потому что я... Чё там, готовы? Сейчас проверочку. Вафли, чё охуеешь? Всё, все готовы. На танке это знаете, как собственно? Кадры. Они, по-моему, не работают. А Орбит почему умер? Под ебалом стрелом? Подъебал. Вставалка есть у тебя? А ты можешь чуть-чуть отойти назад, как он мог? Так. Нету? Ну, Брэра нет. У нас два хима осталось, потом подъемок. Как у других карты дальше. Орбит, что ты перед ебалом делал? А ну, скажи мне. Что тебе руки описывают? Эй, хильните, я сейчас умру. Да, я не подожди, я подпилил. Там уху хп делал. Да, ебать, что я делал? Дайте руки по маху. Да, маска скрыл. Я гонок жал.
Там будет смена. Окей. Идите сразу за жопу. Идите сразу за жопу, вот. Ничего не закрывал. Ого, ого. Полетал немного? Нет, ДПС получил. Ворота сейчас появятся, забрался. Что же надо не перестараться, а что с ним ебал не получать, и вы не охуевались лишь. Да, как да тут не в этом проблема. Я житель Томпэй. Ну похуй, блядь, да, тут мэр. Мне нужно смазаться на попалу. Да, Двинер немножко отмешался. Что, по следующую гулю не могу? А, нет. Все, там стал. Да, там стал. Где обрели, где команда бегут за ним. Да ты жопа, блин, просто. А кто там в этот раз? Да я опять. Мурос, ты можешь, наверное, поближе сюда смещаться, чтобы чаточек закидывать. Если что, я ему могу боб дать или еще раз оставить. Давай. Андрюх, не надо звучки, блин. Андрюха, давай. А вы сами поменяли. Ну да. Что там, блядь, Андрюхе это не помогает. Он второй раз бегает. Андрюха сам проклят, и моё место проклят. Kill, kill, bang, watch! Кого ебать, сажу по фрагу. Давай, короче, каплю паладин. И щиток давай, шп в каст. Каст пошёл, Андрюха. Ебать, ебать, каплю дал парни, проверяй. Сука. 27 тысяч ебало дал. Он побежал на юг. Дайте БР. Нет. Ага. Две минуты. Ну пизда. Короче, давайте каплю, это ультра плохая идея. Мне нихуя не нравится. Ну в следующий раз там это БЗ прожимали, бабл. Ну да. Да бабл я оставляю на эту хуйню. Ой, блядь. Мы не бейте пока. Да это не бейте, это портал ебать. Да, у нас один хил, блядь. На, соло. Дубик соло ебаш. Может дубик станет в метку теперь в крестик. Да, дубик в крестик придешь, потом бернишь шамана. Шаман? Шубикиру нажал. А, ну я тогда по воду парня удачи. А вставал-то у шамана люблю. Сколько? А сколько, да, да, вставал. Минута, тогда. Минута. Пускай ждет вставалку. Пал весь. Это гилинфа, блядь. Это про БР нахуй. Я не понимаю, что такое вставалка у шамана. А не знаю, что вставалка, а ну, блядь, что точно такое. Это вставал. Это в штанах, да? Да. Ебаный дракон. Я хуй знаю. Танка профильки. Дубик. Пиздуй, похуй, пиздуй. Я, брат, она мне лучше, ебать. Всё, там танка сразу. Да, пизду. А что там он ябит? Иди нахуй. Прекратит! Следующий раз убьем. Да, я тебе на XKD. На XKD, блядь. Ладно, что такое? Все. Пора, блядь. Да. Спокойного тебе дня там. Давайте last try и все. И все пойдут. Да нет, не, 6 часов утра, пизду, нахуй. Ладно, танк отдай, мы попробуем кладем пусть потом. Я спрашиваю. Я спрашиваю. Танк, да, там. А мы что, тут уже 4 раза упали, Давид? Тут? Хуй его, я ебу сколько. Ну, любим показывать 4. Ну, может 4.